Как прошла официальная встреча президентов Кыргызстана и Туркменистана? Сват Сооронбай Жээнбеков находится в Кыргызстане, возместив 20 миллионов сомов. Сразу три кыргызстанца прошли отбор на слепые прослушивания в российский «Голос». О главных новостях дня подробнее в блоге «Кстати». Сегодня, 28 июня, в Ашхабаде состоялась церемония официальной встречи президента Садыра Джапарова с лидером Туркменистана Курбангулу Бердымухамедовым. Кортеж с Джапаровым подъехал на площадь независимости в Ашхабаде, где его встретил президент Туркменистана. Как дела? Нормально, нормально. Нереально. У нас все нормально? Реально? Нереально. Во дворцовом комплексе имени Огузгана главы государств после совместного фотографирования перешли в зал для проведения переговоров. Как подчеркнул Садыр Джапаров, Кыргызстан и Туркменистан – близкие друзья, стратегические партнеры и братские страны. Глава государства выразил надежду на широкое участие туркменского бизнеса в инвестиционных проектах Кыргызстана, имеющего для этого все необходимые условия и возможности. Также он пригласил президента Туркменистана посетить Кыргызстан с официальным визитом. Пусть только попробуют сунуться. Депутат Жогорку Кеңеш Алиярбек Абдиалиев перечислил ГКНБ 20 миллионов сомов в счет погашения ущерба, рассказали в пресс-службе Госкомитета. В ведомстве уточнили, что парламентарий находится на территории Кыргызстана, но не задержан. Ранее СМИ сообщали, что до возбуждения уголовного дела в начале года он покинул страну. Нет слов. Абдиалиев приходится сватом экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову. Его сын женат на дочери бывшего главы государства. ГКНБ подозревает Абдиалиева в незаконном обогащении. По версии следствия, парламентарий использовал родственные связи с Жээнбековым и активно вмешивался в работу госорганов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам. В смысле сожрались? Также отмечалось, что Абдиалиев инвестировал значительные средства в строительство многоквартирных домов в Бишкеке и другие коммерческие объекты, а именно в Каинский кабельный завод и месторождение каменного угля и золота. Солист группы «Дельмар» Азат Раимбердиев и певцы Александр Волкодав и Менджашар Мурзаев прошли предварительный отбор на слепые прослушивания в российскую версию всемирно известного музыкального конкурса «Голос». Исполнители также рассказали об этом в своих социальных сетях. С Кыргызстана предварительно прошли три человека. Да. Три человека с Кыргызстана – это очень хороший показатель. Друзья, мы не подведем. От редакторов они получили предварительное «да». Далее участникам предстоит еще несколько этапов отбора. Слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфиналы, полуфинал и финал шоу. Я все равно горжусь вами. А второе – вы победите! Это даже долбаному нишу, понятно. Лучшим результатом у кыргызстанцев шоу стало третье место у Кайрата Примбердиева. «Голос» – это российская версия международного вокального проекта «The Voice», представленного в 50 странах на всех континентах мира. На сегодня у меня все. Не забывайте делиться своим мнением, ведь это будет, как всегда, кстати. Всем хороших новостей!